телефон Xiaomi Redmi Note 8T. Покажу, как сбросить пароль или сделать ему hard reset. Перед hard reset не забудьте выйти из Google аккаунта и СМИ аккаунта, иначе сработают у вас блокировки дополнительные. Так, для этого нам нужно нажать кнопку увеличения громкости, кнопку питания. Увеличение питания держим. Питание отпускаем, плюс держим. Опускаем с этого wipe data, подтверждаем кнопкой включения. Подтверждаем кнопкой включения. Опускаемся, подтверждаем. Возвращаемся, делаем перезагрузку. Перезагрузку. Все, дожидаемся полной загрузки телефона. Она будет длиться чуть дольше, чем обычно. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.